тебе стоп! Что видишь, Сюнин? Скажи мне все.
Лети же, Сюнин. Что ты видишь. Не стоит привлекать внимание.
Она будет лучше. Тяжкий труд. Вот наша участь. Надо уметь принять ее. Если нас ждет иная жизнь, надеюсь, она будет лучше.
Тут не открыть, только с той стороны. Мой отец был Треллом. И жена, и дети будут тоже. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Тяжкий труд. Вот наша участь. Если нас ждет иная жизнь, надеюсь, она будет... Видимо, заперто с той стороны.
отец был Трелло. И жена... Тяжкий труд. Вот наша очередь. Если нас ждет иная жизнь, надеюсь, она будет лучше.
приехали с той стороны. Тяжкий труд. Вот наша участь. Судьбу свою не изменишь. Надо уметь принять ее. Надеюсь, она будет лучше. Мой отец был Треллом. И жена? Ингамас Кристен.
Тяжкий труд. Вот наша участь. Свою не изменишь. Надо уметь принять ее. Тяжкий труд. Вот наша очередь. Мой отец был Трелло. И жена, и дети будут тоже. Но пойдет в бой с Дугом Дерзким! Я слышал, ты ищешь второго бойца. Да, там бьются двое на двое, но не бойся. Тебе останется лишь смотреть, как Дуг Дерзкий побеждает. Что я получу за свою помощь? Кроме победы и славы? Что ж, я обошел эти края вдоль и поперек. Я укажу тебе, где лежат великие сокровища. Почему никто не хочет идти с тобой на арену? Гордецы. Боятся, что рядом со мной будут плохо смотреться. Ты же не боишься? Я-то думал, на арене Йотунхейма ждут грозные противники. Грозные, да. Для тебя так слишком. Но ты спрячься за меня. Я с ними и сам управлюсь.
Мне нравится твоя уверенность. Ладно, согласен. И ты не пожалеешь. Но дух дерзкий не только великий воин, но и несравненный оборотень. Выбери зверя. Какого хочешь. И я обернусь им во время боя. Из всех зверей в этих краях самый грозный медведь. Грубая сила и дикость. Хорошо. Теперь в бой. Кролик? Что толку от кролика? Хель, что это было? Кролик? Ты надеялся насмешить их насмерть? Притворившись безобидным, я заставил их расслабиться. Дугу дерзкому все по плечу. Да можешь ли ты оборачиваться диким зверем? Конечно. Каким только захочу. Просто сейчас не хочу. Смотри, если я не получу награды за такой бой в одиночку, ты угодишь в кроличьи рагу. Я нашел записку на теле путника. Там сказано, как найти сокровища. Надеюсь, что сказано. Ты не воин, пока не заткнул противнику глотку его зубами!